Иваново продолжает свою борьбу за звание молодежной столицы Европы 2015 года. Помимо России в финал конкурса вышли Румыния, Болгария и Литва. Одним из критериев выбора победителя будет рейтинг города на Фейсбуке. Сейчас по числу голосов Иваново уступает румынскому городу Клуж-Напока. Для того, чтобы догнать ближайшего конкурента, членам ивановского молодежного правительства пришлось пройтись по вузам. Дело в том, что Европа, она вся сидит на Фейсбуке, и поэтому нам надо, чтобы вы поддержали нас. Молодежное правительство и города Ивановской области выступило с инициативой поддержки этого конкурса. И мы очень хотим, чтобы вы зашли сейчас с ваших телефонов и устройств в Фейсбук и поставили там лайки. Проблема заключается в том, что эта социальная сеть не имеет в России такой популярности, как в остальной Европе. Поэтому от лидера Иваново отстает на 1500 голосов. Студенты, охотно поддержавшие инициативу молодежного правительства, уверены, победа городу нужна, и она нам по силам. Думаю, это будет очень полезно для нашего города и даст хороший стимул для развития молодежного движения в городе и в области в целом. И для университетов будет очень динамично развиваться. В общем, считаю, что это полезная вещь. Если мы будем стараться, если у нас будет хорошее желание и цель к победе, будем идти к победе большими шагами, то действительно мы достигнем того, что желаемого. Подведение итогов конкурса состоится в конце ноября. До тех пор будет подана окончательная заявка. А дальше дело за жюри, которое в своем решении будет опираться на рейтинг городов. Было бы неплохо, если бы после Универсиады 2013 в Казани и Олимпиады 2014 в Сочи в 2015 году город Иваново стал молодежной столицей Европы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.